Всем доброго дня. Сегодня мы с вами почистим нашу горную сосну Неваки. Первым делом, что мы должны сделать? Заглянуть под капот. Видите, у нас очень много сухих веточек. Соответственно, надо их аккуратно поубирать, чтобы они дальше не сохли и, соответственно, не травмировали наши растения. Вторым делом, давайте с этого и начнем. Вот видите, откуда они идут? Все вот эти сухие побеги, вот они. Раз, два, три. Подсыхание идет и, соответственно, травмируются наши растения. Мы возьмем с вами аккуратно секатор и под самый стволик аккуратно эти веточки убираем, чтобы у нас с вами не оставалось пустых мест и сухих веточек, потому что они будут дальше подсыхать и, соответственно, травмировать наши растения. Немножко неудобно. И аккуратно это все выстрижем. То есть обязательно это убирается, потому что подсыхание нам не надо, чтобы наши растения дальше сохло. Таким вот образом мы это все подрезали. Теперь аккуратненько это все струшиваем, чтобы у нас не оставалось сухих мест, где, в принципе, могут образовываться вредители различные и оставаться на зимовочку. Теперь тут все, в принципе, чистенько. Еще чуть-чуть почистим. И все готово. И вот таким образом надо будет пройти все шапки. Вот видите, вот тут вот накапливается у нас непосредственно вся гадость. То есть оно потом может начинать преть, загнивать и травмировать наше растение. Поэтому надо аккуратненько это все вычистить. Смотрим не только сверху, а вот именно снизу. Потому что снизу видно непосредственно, видите, все сухие побеги. Поэтому мы аккуратненько берем секатор и аккуратно это все с вами убираем. Так видно будет, думаю. И поднимаем шапочку, выбираем сухие побеги и аккуратненько выстригаем, чтобы у нас ничего такого не оставалось. И заодно вычищаем. Если мы такое не делаем, такую санитарную чистку, растение будет себя чувствовать намного хуже. Видите, вот тут прям забилось все от сосны. Видите, прям жестко. И наша шапка прям очень тут просела. Потому что не вовремя это все почистилось. Пропустили, так сказать. Оно забивается, начинает шапочка травмироваться. Поэтому аккуратненько это надо все вычистить и убрать все сухие побеги, чтобы наша растенница чувствовала себя хорошо. Ё-моё. Видите, сколько мусора с одной шапки. То есть вот эта шапка полностью практически вся была в грязюке. Поэтому обязательно вычищайте, чтобы у вас такого не было. И тогда сосенка будет намного лучше выглядеть и меньше болеть. Остальное я уже уберу без вас. В принципе, пример показан. Зачищаем. И наша сосенка будет красоточкой. Всем хорошего дня. Все будет, ребят, хорошо.